Shadów. Как вы могли заметить, меня не было на канале достаточно долго. И вот он я. Вставший, как обычно, с утра после хорошего пати. Сделавший зарядку, как физическую, так и умственную. Сел и подумал, а хули мне не записать Silent Hill? И вот он я сейчас, абсолютно не принявший никаких препаратов, сижу и записываю этот ролик. Всем здорово, с вами Шадув. Сегодня... Соседи, блядь, вообще ебанулись. Короче, сегодня я решил, что я запишу игру. Игру, которую... Silent Hill. Итак, давайте начнем новую игру, мы будем играть. Давайте на норме, потому что на сложности сложно, это будет сложно. Это будет сложно, я вас уверяю. И вот наш главный герой, которого вы уже видели в заставочке. Это его зовут Гарри Мейсон. Гарри, выключи свою херню. Какого хера тут так туманно? Вот он выходит и охеревает просто. Твою мать, какого черта вообще произошло? Нахера эта девочка выбежала на дорогу? Вообще зачем? Чё за говно происходит? Где озвучка? Тихо здесь. Слишком тихо. Смахивает на город призрак. Шерил. Что за шаги? О май гад. Я вообще не понимаю, тебе нахера было вставлять здесь эту сиджайную катсцену? Шерил? Is that Шерил? Шерил? Это ты, Шерил? Where are you going? Куда же ты? Hey, wait! Stop! Подожди, постой! Сюда! Стоямба! Я тебя догоню, я тебя... Ты чё, охуел? Я не знаю, что я с тобой сделаю, но я обязательно придумаю, что я с тобой сделаю. Стоять! Ау! Придется снова привыкать к этому управлению. Да, потому что играю на кристалл... На ней. Господи Иисусе, что это такое? Вот чем мне нравится Silent Hill, так это вот этой вот особой постановкой камер. Твою мать, это так классно. Что происходит? О май! О но! This fucking siren! Оу, щет! Странно. Становится темно. Думаю, это лучше, чем совсем ничего. Ну да, конечно. Свечка как бы всегда будет лучше. Как
такого? Она сама крутится. Ничего у нее, ничего необычного, как бы. Че такого? What the fuck? Ля, я не задумался, какой тут стрёмный саунд этот. What is this? What's going here? Я зарежу нахуй! Тихо! Тихо! Не-не-не-не-не-не-не, нахер, иди, нахер, иди! Ну и все, и по сути они меня сейчас должны забить. Бери меня полностью, я весь твой. И все. Was I mean? Я спал, что ли? How do you feel? Как ты себя чувствуешь? Like как будто бы меня переехал грузовик. Right, as... Ну, думаю, я в норме, я в порядке. Рада слышать это. А ты местный? What и расскажешь мне, какого хера тут произошло? Подожди секундочку, я турист. Я приехал сюда на отпуск, как бы. Я понятия не имею, какого хера вообще произошло. Что со звуком проблемы, зашибись. И хотел бы это узнать, понимаешь, да? Вы видели здесь маленькую девочку? Ну, только прошлось, блядь, Дина. Маленького роста, дочь. Сорян. Если человек в этом городе кого видел, это вы. А где все остальные? И сказала бы, если бы знала, уж поверьте мне. Ну что я могу сказать, здесь какая-то херня происходит. Вот и все, что я знаю. Да-да. Как вас зовут? Harry. Гарри. Ты заебал! Harry Mason. Гарри Масон. Сибил Беннет. Сибил Беннет. Я офицер из Брамса, соседняя деревня, как понимаете, да? Телефонная связь и все остальное, даже 3G не работает, вообще конец, короче. Я собираюсь вернуться в город за подкреплением. А ну-ка стоять, куда ты пошел? За дочерью я должен найти ее. Капец, у них лица, конечно. Ну-ка, стоп. Там опасненько, ты же понимаешь, тебя там могут негры забрать и все. Я тем более я должен найти эту девочку. Я не могу ее просто так оставить в таком странном месте. У тебя хотя бы пушечка есть? Ну, одна у меня всегда с собой, но так нет. Ну-ка, вот держи, короче. И надейся, что тебе не придется это говно использовать. А теперь слушай. Know who you're shooting. Do it unless you have to. Я вообще не делаю этого без нужды. Don't go blasting me by mistake. И меня не пристрели по ошибке. Ясно, понятно? Yeah. Ну да, окей, все, понятно. Погнали. You do best to spy. Текстуры разрываются, мне это не нравится. Я сколько настраивал этот чертов эмулятор, он так нормально и не настроился, это вообще жопа. Так, фонарик, карта местности. Вообще, вот, блин. Там сзади какая-то хуйня пролетела. Что тут у нас есть? У нас есть сейвилка. У нас тут есть... О! Вот я не понимаю, вот нахер вообще нож собирать, вот это вот все, вот это рукопашное оружие. Потому что оно, в принципе, бесполезное. Потому что тебе всегда хватает патронов. В этой игре, вот, если ты не даун, конечно, конченый. Радио сломано, ну все, зашибись, конечно, каев. Ладно, погнали. What's that? Radio. Радио. What's going on? Какого хера с этим радио? Там снег, там столько снега. Твою мать! Жора! Ты меня убить же не собираешься? This is not a dream. Это не сон. Какого хера тут происходит? Понятно. Берем радио с собой. Да, вот теперь можно окончательно сохраниться и пойти уже месить рожи этим ублюдкам. Куда могла пойти Шерил? Кажется, мне надо еще раз посетить тот переулок.
Я тоже как-то раз так подумал. Больше мне не хочется не ходить в какие переулки. О. Вот о чем я говорю, патроны, они всегда есть. Главное, это шариться повсюду. А! Твою мать, я от управления в этой игре вот совсем отвык. Да какого хера? Короче, нахер, иди, пожалуйста. Уйди от меня, голожопый! Это нельзя на ютубе показывать, ты же понимаешь, да? На легкости легко, их не было так много, если честно. Максимум один монстр на улицу. Ну, твою мать, только не заста... What the fuck? А тут мало того, что эти, так тут еще и собаки есть. Нахер. Вот о чем я и говорю. Патронов много. Главное собирать их. Все будет хорошо. Монстров тоже, конечно, дохера. Она в школе. Да, 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 братан. Ты умный. Ты просто мастер, я тебе так скажу. Уже 15 минут записываю. Господи, какого хера так было? Труба. Труба я вот вообще не ебу. Зачем? Кстати, вот все окружение, оно 3D-шное. То есть вот это все... Это не спрайты, как в том же самом Резиденте, это все 3D. Скорее всего, в другом. Потому что здесь нет хера. Surprise, motherfucker! Что? Что? На не. Стоп, мы подошли из-за... Фига себе, это сейчас было неожиданно. Он просто взял и сел. Ключ страшилы. А, это для той загадки с тремя ключами понадобится. Ты чё, охерел? Да какого... Headshot. Чё за нахер? Да какого... Это чё за херня вообще сейчас происходит? Охренеть, они просто налетают на тебя и все. Короче, будем бегать между деревьев, чтобы он не смог нас поймать. Надеюсь, это поможет. А-а-а, нани! Вы такие, чё ты орёшь, дебил? А, блядь! Сходи ко мне, сука! Блядь. Это было страшно. Гарри! Гарри! Возьми ключ, снова. Окей, все, побежали, обратно. Чё, четко, вообще, кайф, просто, класс, да, yes, да, конечно, вообще, просто супер, молодец. Оу, май. Да ты чё, охерел? Да, Гарри, ну, блядь, ну какого хуя? Ну ты чё, тупой, блядь, что ли? Ну почему так, сука, сложно прицелиться-то, блядь, в этой игре? Пизда бы мне сейчас пришла. Пиздец. Какого чёрта вообще? Да второй ещё! Лежать! Сосать! Да, всё! Пиздец, блядь. Ты чё, ебанутый? Что ты там делаешь? Нани! Вот это сейчас, конечно, меня немножечко напугало. Изрядно так. Вот тут. Вау! Стой. Вот это я люблю. Вот как бы такое я люблю. Ребят, спасибо за донаты. Спасибо Абрамовичу за 34 рубля доната. Спасибо. Спасибо большое. Так. Перезаписываем это все, сохраняемся, все, выходим. Так, надо бежать дальше, потому что тут может быть еще чуть... Так, подожди, а тут еще что-нибудь еще есть? Еще есть, да, тут еще одна хилка есть. Все, зашибись, кайф, вообще просто хорошечно, бля, вообще просто замечательно, братан, просто, бля, буду. Так, окей, еще раз сохранимся, потому что, ну, у нас еще один привет появился в инвентаре, потому что так надо. Так надо.
Понимаете, да? Так, мне ничего перезаписывать не надо, все, побежали дальше отсюда, нахер надо. Так, окей. Че, все, больше тут ничего нет, да? Жара! Ууу, блядь! Какого хуя здесь происходит? Какой-то, блядь, пиздец. Я обосрался сейчас знатно, блядь. Нахуй так делать? Нахуй так делать? Нахуй так делать? Все, я хожу тут кругами. А, блядь! Да ёб твою мать, ну почему? Почему они вот стали так жестко агрессивно атаковать? Когда ты просто сменил уровень сложности. Это странно, это ненормально. Это так не должно быть. Так не должно быть. Моя православная, вот церковь православная, в которую я верю, да, она вот, ну вот она такое не поддерживает. Ну, блядь, ну, ёб твою мать, просто сука. Им не страшны деревья! Им не страшны деревья, Джонни, блядь, им не страшны деревья! Улица Левина, Конура. Заебись, четко. Вообще, кайф просто, ля. Улица Ленина, Конура. Улица Ленина, Конура. Улица Ленина, Конура. Запомните, дети, улица Ленина, Конура. Вот тут тупо по улице сейчас бежим. По улице Ленина. Ты заебал! Да, вот Ленин-стрит. One more. И все. Изи. Просто теперь заглядываем в конуру. Берем оттуда ключ. И открываем дверь с конурой. Все. Изи. Итак. Дверь с конурой. What the fuck, что сказал? Вот это я, конечно, траектории строю вообще капец. What the fuck. Дверь закрыта. Как можете понять, игра это построена только на том, что тебе нужно бегать, собирать предметы, открывать двери и решать загадки. Я, кстати, уже два ключа собрал. А вот где третий, я что-то не ебу. Так, вот тут. А, бля, я тебя понял. Это еще надо тот переулок пробежать полностью. Ладно, давайте попробуем эту херню сделать. В принципе, почему нет? У меня вот постоянно этот звук, как будто бы радио шипит немножечко. Меня это немножко нервирует. В этой игре реально станешь нервным, потому что, сука, здесь все нервирует, блять, вот опять. Упал? Упал. Ну, это было эпично сейчас, как бы, если ты не согласен, иди нахуй. Голова собаки. Голова собаки звучит как артефакт какой-то в доте. Член моржа. И все, как бы, все три ключа у нас уже есть. Спидранер! Спидранер! Просто мозг! Никто еще не проходил эту игру так быстро, как я! Тут теперь надо человека нашего развернуть вот в эту сторону и побежать теперь к улице Ленина. Если бы еще машина была жива, то вообще было все замечательно. Я бы мог дрифтить в Silent Hill. Дрифтить в Silent Hill — это же мечта просто моя, вы понимаете? Дрифт в Silent Hill. Хочу дрифтить в Silent Hill. Так, окей. Нани! И он такой потом скажет еще: это я, Коно Диода. Ну где вот эта скотина летает? Вот где вот она летает? Да какого хера, Гарик? Да ты че не целишься-то? Ты заебал! Гарри, блядь, какой же ты тупой пиздец! Какой же ты пиздец тупой, блядь! Все, я нашел их слабость. Их слабость — это деревья и стены. Они просто начинают охеревать это. Фу! Это было быстро! Так, ну все. Ключ льва. Ключ дровосека и ключ страшилы. А перед тем, как ты закроешь ролик, я хочу тебя попросить. Пойди и подпишись вот в нашу группу ВК, пожалуйста. Умоляю, просто. У нас произошел ребрендинг. Теперь группа у нас не Flame Official Community Group, а Saint Team. Мы открыли наш Discord-сервер народу. Заходи туда. Мы 80% времени постоянно вот в онлайне. Почему бы не зайти и не, я не знаю, не стать участником нашего сервера? Также можешь подписаться на наши твичи и твиттеры. И ты такой: а где же мне их взять? А вот подпишись на группу ВК и зайди в раздел ссылки. Вот там вот узнаешь. Ну ладно, подписывайся, ставь лайк, вдарь по колокольчику, чтобы бам-бам, и все, и он зазвенел. Давай, все, поехал. Удачи.